Лучший старт года! В этом году у нас просто-таки ворвалась на наш рынок компания Choice. Это мета-платформа, которая формирует индивидуальную подборку новостей из СМИ и социальных сетей для каждого пользователя. За первые 4 месяца работы аудитория проекта составила более 500 000 человек со всего мира. И мы рады под ваши аплодисменты пригласить на сцену президента Choice, эксперта в области мобильных устройств и технологий Аркадия Графа. Мы живем с вами в замечательное время, а самое главное, на огромной скорости. В этом году мы все уже в нашем широком обиходе используем слова блокчейн, биткоин. Ну и, к счастью, Choice, я надеюсь, будет среди этих слов. Мне приятно, что профессиональное жюри премии PR in IT обозначило этот тренд, увидела компанию, которая действительно соответствует этому тренду. Мы уверены, что Choice – это то, что объединит всех нас в ближайшем будущем. Не стойте на месте, успевайте за временем, успевайте за новыми технологиями. Спасибо огромное, хорошего вечера. Компания Choice, один из ведущих, как я уже вижу себе, молодых стартапов, но быстро набирающих обороты, показывает очень действительно великолепные результаты, благодаря которым они были оценены нашими экспертами. Успехов компании, развития и новых высот!